Level 6 Art Center and Chordak Music Studio presents. Спасибо большое. Отдыхайте. Хорошо, это у меня. Ну это надо будет что-то думать, я не знаю на самом. Надо будет что-то думать, я не знаю на самом. Что-то думать, я не знаю на самом. Навіть на 6-му поверсі люди знають. Або й не знають про гурт Віранда. Група Віранда. Що-нибудь приходить вам на мислі? Названня красиве. Так. Якась спокійна музика. Акустична на Віранді. Ребята, а что вы думаете на тему группы «Веранда»? Очень атмосферно, название хорошее. Мне очень нравятся тексты песен, и я в восторге просто от музыкантов, которые исполняют эти тексты песен. Что ты думаешь о группе «Веранда»? Я думаю, пизды им надо хорошие ввалить. Вот каждый раз я когда их вижу, слышу и думаю, вот надо им хороших пиздюлей дать. Но... Все от того, что ты не в моей постели. Информационные спонсоры Level 6 Level. Тобі подобається гурт «Веранда»? Так, звичайно, цікавий, творчий, божевільний, зіпсований для насолоди, слуху людей. Долгий путь до Дієні до Бори. Возьму документ, у меня есть. Вообще, ну, Андрюха Недобора, это пиздец мощный чувак. Ну, я его люблю просто, капец. И они, блин, они такой волнующую такую атмосферу создают. Вообще, мне даже не важно, о чем он поет. Просто, ну, он цепляет сразу. Ну, по-честному так делать. Есть какая-нибудь любимая песня? Рыбакит. Зачем ты пишешь музыку? Зачем ты пишешь музыку? Говори как перед Богом. Ну, наверное, это сублимация. Я же не всегда бываю грустным, я же бываю веселым. И находчивым. У твоего капитана сердце медуза. А что думает Сил по поводу нового альбома группы «Веранда»? Что он себе думает по этому поводу? Он нас любит, ты видишь, Андрюха? Мы вас любим. Мы вас любим. А вы нас любите? Докажите это. Запишите альбом 20 февраля. Ишлебедиш. Друзья мои, влюбляйтесь. Хотя бы на минуточку, хотя бы на секундочку. Не парьтесь тем, что ждет вас после. Ибо после ждет всех одно
Level 6 Art Center and Чердак Music Studio presents.